Всем привет! С вами Никитин Алексей. В этом уроке я познакомлю вас с двумя дополнительными возможностями для того, чтобы создать освещение на вашей сцене. Первое из них – это создать материал, который будет обладать свойством emission. Давайте приступим к его созданию. Для того, чтобы создать такой материал, необходимо нажать правой кнопкой мыши в окне проекта, создать Create и выбрать материал. Давайте назовем его Red Emission. Заходим в его свойства и в пункте Emission ставим галочку. Далее в Color выбираем, каким цветом он у нас будет светить. Я выбираю красный. Материал создан. Теперь давайте создадим плоскость или какой-либо объект, который у меня будет светить. Но у меня будет именно плоскость светить. Для этого я захожу в 3D Object. И здесь выбираю Plane. Поворачиваю ее по Z на минус 90. Делаю чуть-чуть крупнее. Примерно вот такого размера. И давайте перемещу куда-нибудь в край карты. Сделаем повыше. И также еще на этой plane, которую сейчас переименую в plane emission, на ней создам несколько еще дополнительно объектов. К примеру, создам кубик, который у меня вот так будет где-то висеть в воздухе. Создам цилиндр, который сделаю больше. И частично его вот так сделаю пересекающимся с плоскостью и подвину чуть поближе к моей plane. Также давайте для этих объектов я перетащу какие-то цвета. Ну пусть вот этот ближний кубик у меня будет синего цвета, а вот это вот у меня будет красного, но не emission. Так, отлично. Следующее, что нам нужно сделать, нам надо все эти объекты обязательно сделать статическими. Да, детей также я делаю статически. И я еще забыл на plane перетащить мой материал Red Emission. Теперь я захожу в Lighting и здесь нажимаю кнопку Generate Lighting. У вас, скорее всего, стоит вот эта галочка Auto-Generate. Если она не стоит, то тоже смело нажимаете Generate. Далее вы видите, система отправляет такие своеобразные фотончики. Генерируется Mesh. Это займет какое-то время. Как вы видите, внизу система рассчитывает, сколько секунд примерно ей понадобится на то, чтобы сгенерировать light mapping. Ну все, он сгенерирован. Давайте я запущу проект. И вы видите то, что создается ощущение, как будто вот эта плоскость у нас действительно светится. Ну и она накладывает дополнительные яркие цвета на все окружающее. Создается полное ощущение того, то, что эта плоскость действительно светится. И она может освещать какие-то части в вашей карте. Но заметьте то, что если я буду передвигать эту плоскость, то на моей основной карте цвета, которые она генерирует, они остаются. Ну, то есть они просто в вот этой глобальной карте Light Mapping запечены. Так, сделаю Ctrl-Z. И теперь еще второй способ покажу, как можно создать эффект световой. Он у меня сейчас применен на вот эту мою стелу. Давайте я создам еще одну такую же стелу. И вытяну ее в высоту. Так, сделаю повыше. И давайте эта стела у меня все-таки еще чуть-чуть будет пошире.
И далее вы можете применить сюда эффекты из стандартных ассетов. Если у вас здесь нету эффектов, вот таких вот папок, то тогда вы можете их импортировать. Заходите в Assets, здесь нажимаете Import Package и здесь выбираете Effects. У меня все импортировано, мне нечего импортировать, но если у вас не импортировано, то вы здесь можете выбрать те эффекты, которые вас интересуют, и нажать ОК. Так, и вот здесь вот, когда эти папки у вас появятся, вам нужно будет зайти в Projector. Далее заходите в Prefab. И здесь у вас есть такой пункт, как Bloop Light Projector. Перетаскивайте его. Давайте это переименуем. Пусть оно у меня как-нибудь называется Stella. И перетаскивайте вот этот Bloop Light Projector на эту Stella. На самом деле это вообще независимый объект. Ну, просто его лучше всего всегда держать на том объекте, к которому вы его применяете. И вы видите, он создает вот такой световой эффект. Сейчас размещу ровно над стеллой. Видите, то, что вот здесь вот появился свет. Давайте разберемся, какие свойства есть у этого прожектора. Ну, также есть Transform Position, как у всех объектов. Дальше идет ближайшая плоскость, откуда начинает освещение. Обычно она очень близко, но вы можете вот так вот поиграться и изменить. Я, к примеру, хочу, чтобы она начиналась прямо с вершины моей пирамиды. Есть следующий пункт, насколько дальняя плоскость, как далеко у вас будет этот свет распространяться. Ну, также он еще частично влияет на интенсивность. Ну, давайте я его оставлю на уровне 45. Дальше идет область, на которую у вас свет падает. Ну, давайте я его сделаю пошире. Дальше идет аспект ratio. Он вот таким способом может растянуть ваш свет. Также вы можете сделать ортографический вид, то есть сделать параллельный свет. И когда делаете ортографик, вы можете также изменить размер. Дальше идет материал, но он здесь задан автоматически, это Light Projection. И вы можете проигнорировать какие-то слои, которые вы не хотите, чтобы им этим лучом освещалось. Так. У нас осталось некоторое время, поэтому я думаю, вам еще покажу и вот этот дополнительно следующий прожектор, который называется Blow Shadow Projector. Для этого давайте эту сцену я сохраню и перейду в White Scene для того, чтобы показать тени. Давайте здесь создадим Game Object, к примеру, куб. Размещу его на какую-то высоту. Сделаю побольше. И далее я, к примеру, имею дело с игрой для мобильного телефона. А там все ресурсы, они на вес золота. И я не хочу генерировать вот эту тень, которая будет отнимать довольно много оперативной памяти, даже в том случае, если я буду запекать просто-напросто в Light Mapping. Для этого я вот здесь ставлю Cast Shadows, порождение теней, off, то есть я не буду порождать. И на вот этот кубик, давайте его переименуем тоже, назовем куб, так, Blob. И на него затяну вот этот Shadow Projector. Этот Shadow Projector работает схожим образом с Light Projector. У него точно так же есть ближняя плоскость, дальняя плоскость, поле. Давайте, кстати, поле сделаю чуть-чуть побольше. Так. Есть также Rotation. Давайте я... Так, нет. Так я вращать не буду. А вот так вот чуть-чуть я тень смещу.
Вот, можно также сделать ортографик, ну, то есть все абсолютно те же самые настройки. И теперь, когда я запускаю игру, то вот этот кубик у меня на самом деле не порождает тени, потому что я выключил это свойство, но тем не менее от него на карту падает тень, которая практически не ест ресурсов. Так, ну что же, это все, что я вам хотел рассказать сегодня. Спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно. От количества ваших подписок будет зависеть, как много видео я буду выпускать. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.